больше нет. Попал. Надеюсь, сейчас даже сел. Тварь косой. Я про себя. Сидит. Сел. Сейчас обойду на солнце. А, у меня сейчас лежит Взял сегодня 5 патронов с собой. Выскочило 2 зайца очень близко друг от друга, но далеко от меня. Ну я дурак, можно было не стрелять, я взял 3 раза стрельну. Осталось 2 патрона, ну поэтому я даже не знаю, как я мог промазать. Сидит, пробежит тут 30 метров и садится. Ляжет. В посадке, до посадки дойду. В посадке ляжет. Я его там поймаю. Задняя правая нога перебита. Да, Юра, позор. Я приехал, вон машина стоит на углу посадки. 2 зайца выскочили рядом. Буквально 100 метров от угла. И тут сколько, ну? 500 метров прошел. Этот выскочил. Ну все, у него уже. Я думаю, что я их поймаю. Смотрю, уже вообще слабенький. Скорее всего, до посадки дойдет и там ляжет. Не понимаю вообще, как я мог промазать. Первый раз такое, что с такого расстояния, ну сколько тут, 20 метров промазал. Как попал, но не наповал. Вот он сидит, сколько тут, 35 метров. Сейчас попробую обойти. Там солнце светит, он меня может и не видит.
все, у него уже сил нет. Передняя лапа тоже перебита. Так вот получилось. Хотя попал хорошо. Раз, два, там три, четыре, пять, шесть дробин попало. И вперед. Ну, можно ехать домой.